Ми щодня підтримуємо зв'язок із людьми, які живуть в окупованих містах Донбасу. Як там потерпають від мародерства? Як українська гуманітарна допомога рятує людей? І чи хочуть жителі Донбасу жити в ДНР та ЛНР? Послухайте і ви. Мама отримала гуманітарну допомогу. Там було... гречневая крупа, сахар, сгущенное молоко. Все были с кодом 482, с украинским. Администрация вот этих торговых сетей договаривается, чтобы пропускали машины с товаром. Установлена какая-то такса за машину, там определенное количество налички. Это может быть идти в карман как конкретным там людям на блокпостах, так и там какой-то процент отчисляться как бы в казну вот этого ДНР. Они ходят при полном, как говорится, параде. И автомат, и пистолет у некоторых, и ножи на поясах, в брониках. Они так ходят везде, то есть там по магазинам, в аптеках. Я в городе видел со снайперской винтовкой пару раз людей. В ДНР, несмотря на то, что очень много местных либо погибли при штурме аэропорта, либо там потихонечку начинают у людей открываться глаза. А скорее всего, вот как мое мнение вот личное, мне придется перебираться куда-то, потому что жить вот в таком вот новом образовании, как Донецкая Народная Республика, я не считаю возможным. Ходят люди вооруженные, да, есть люди не кавказской национальности, но после комендантского часа, после того, как семья идет, в городе вообще никого нет, и никто не ходит. Есть мародерство, там оружие столько, что против автомата не попрешь. Больше половина жителей вообще не хотят этого ЛНР, ДНР.